Волгоголымскую городскую больницу поступил новый томограф. Оборудование закуплено в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и компанией «Лукойл». Техника нового поколения позволит детально обследовать тело человека. Буквально с головы до ног. Своими лучами агрегат способен проникать в костную и мышечную ткани. Внутренние органы и даже головной мозг. Производитель оборудования гарантирует высокое качество изображения в любых клинических ситуациях. Томограф способен на 64 среза. Прежний аппарат в Когалыме делал их 16. Чтобы понять все тонкости работы техники, когалымские медики прошли обучение. Это более современный аппарат, естественно, и этот аппарат уже с меньшей лучевой нагрузкой. И даже исследуя, ну, то есть в два раза уменьшается дозовая нагрузка, что, естественно, более применимо. Потому что все-таки это рентгеновское обследование, оно, дозовую нагрузку мы всегда считаем пациентом, и мы всегда стремимся к ее уменьшению. Этот томограф, говорят медики, позволит внедрить новые методы обследований, прийти к более точной диагностике и экономить время. К тому же этот аппарат меньше облучает пациента, чем, например, стандартный КТ. Добавлю, действующий ранее аппарат перевезли в красную зону. Сейчас на нем обследуют ковидных пациентов.